До Нового года остается неделя, а чудеса уже начались, по крайней мере для школьников. Во Дворце искусств прошла губернаторская елка. Попасть на этот праздник мечтает каждый ребенок, но шанс выпал немногим. Конечно, это наша талантливая молодежь, которая активно участвует в конкурсах, в олимпиадах, в соревнованиях. У нас 250 ивановских юношей и девушек получили медали на всероссийских и международных конкурсах. В качестве подарка маленьким спортсменам и отличникам показали премьеру – мюзикл «Морозко», традиционную постановку на новый лад. Рассмешил ребят колоритный разбойник. Это сказка о добре и настоящем новогоднем волшебстве. Ведь для тех, кто не бросит в беде ни человека, ни зверя, и верит в то, что фиалки расцветут среди зимы, как главная героиня Марушка, чудо обязательно произойдет. Не успеешь сразу моргнуть, как все это может исчезнуть. А ну-ка быстрее беги, собирай фиалки! С первой до последней минуты ребята переживают за главных героев, но верят, что все закончится хорошо. Знают, добро всегда побеждает зло. И какие бы испытания сказочный персонаж не проходил, в конце за свое терпение он будет щедро вознагражден. На мой взгляд, это новое прочтение старой сказки. Красивые песни, прекрасная игра актеров. Нам понравилось очень. О любви, о добре, о счастье. Мы сейчас с детьми как раз шли и рассуждали, что заканчиваются такие сказки победой, победой добра над злом. В этот день ребята смогли очутиться в настоящей новогодней сказке. И, конечно, никто не ушел без отличного настроения и сладкого подарка. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.